Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Ну, у всех наступает пора подведения итогов. Я хочу подвести итоги за прошлый период. И да, год для меня начался сложно, я переболела ковидом, но я думаю, эти сложности были у многих из вас, даже знаю об этом. Но вот у меня стало с тех пор посещать депрессия, ну, не такая сильная, и все же. И только общение с вами, мои дорогие, мое любимое хобби, мое увлечение, собирание коллекции. Ну, в общем, это, конечно, очень сильно поддерживало. Ну, а когда я сделала недавно операцию на глазах, все-таки я ее сделала, дорогие друзья, то мир совершенно изменился. Он засиял множеством красивых красок, ярких, сочных, стало светлее. Тем более лето. Ну, какая может быть депрессия? Никакой. И вы видите этот шикарный букет. Расскажу немножко и про это. Всегда в этот период я бывала на даче, я отмечала свой день рождения на даче, но в этом году, ну, в связи с обстоятельствами, не поехала. И многие друзья, которые обычно ко мне приезжали, не смогли ко мне приехать в Москву из-за разных дел. И я уже немножечко огорчилась, потому что оставалась вроде как одна, правда, вечером должна была встречаться с подругой, и все же. И вдруг мне звонит моя подруга и приглашает, ну, как вы думаете, куда? На мой любимый блошиный рынок ретро. Я еду туда, и там необыкновенный праздник происходит, необыкновенное чудо. Ну, во-первых, мне дарят вот этот букет цветов, и дарят мужчины, и читают стихи. Ну, вообще, вы увидите это немножко позже. Ну, столько приятных слов я услышала. Ну, в общем, такого замечательного праздника я давно уже дня рождения не отмечала. День рождения получился на славу. Но у меня на этом не все, дорогие друзья. Меня ждут еще новые празднования. Поэтому, ну вот, жизнь продолжается. Унывать вообще не стоит. И, кстати, после того, как сделали операцию на глаза, ну какая может быть депрессия? Тем более летом, тем более цветы, мужчины, комплименты, стихи. Ну, в общем, видите, как все бывает неоднозначно. Жизнь меняется вообще совершенно с какой-то быстротой. Ну, совершенно не ожидаешь, как она повернется на этот раз. Я вам желаю всего самого хорошего, тоже хорошего настроения, тем более долгожданное лето. У кого дача, урожая. У кого нет дачи, новых интересных находок. Люблю, обнимаю, целую. Ну, смотрите, как проходило мое день рождения. Кого держишь? У тебя? Серединку. Мария.
Категорически поздравляю с днем рождения. На самом деле, ты когда у нас появилась, у нас появился какой-то просвет. Потому что ты что-то снимаешь, что-то хочешь. Сначала думаю, что там, кто там ходит, что-то снимает. А потом, ты знаешь... Эффект был просто грандиозный, потому что люди приходили, ой, мы вас увидели там на каком-то YouTube, ну кто-то, блин, оказалось, это вот эта милая женщина, которой сегодня исполнилось наконец-то 36 лет, мы ее поздравляем сегодня с днем рождения, это она, оказывается, снимает и двигает наш рынок. Бизнес. А покупают и тут же мне пишут. И вот тут же ей перепродают. Вологодскую, да. И тут же хвастаются. Все, Мария. Спасибо огромное. Сергей Иванович, давай сейчас. Так, дорогие гости, значит, моментально я сейчас экспромт выдаю стихи. Опа! Так сколько ж ей? И в самом деле, сколько? А женщина махнет рукою и... Промолвит между тем светло и горько. К чему считать напрасно? Все мои. А после выпьет за друзей пришедших и будет излучать глубокий свет. Есть только дни рождения у женщин. Годов рождения у женщин нет. Спасибо огромное. Сергей Иванович. А я еще хочу одно слово сказать, что ведь мы организовали не так давно пресс-службу нашего винтажного центра «Ретро» и Союза коллекционеров России. И Мария Великодная – первый наш представитель пресс-службы. Так что мы открыты для сотрудничества с блогерами. А видео я об этом сделала, первый, мне уже самый, даже написали. Самый главный. Да, и руководитель пресс-службы. А мне уже написали, что вот про вашего коллекционера, который самовар, женщина уже с ним сталкивалась. Она говорит, такой интересный человек, такое счастье встречаться. Да. С такими людьми. Рогов Дмитрий. Да. Она говорит, я даже имела с ним дело. Так что... Ну, вообще с нами работе, можно со всеми иметь дело. Непочатый край. Если есть еще женщины, которые хотят иметь дело с мужчинами, подходите ко мне и снимите ролик небольшой. Слушайте, как это действительно важно, что можно... Дешот, ты еще здесь, ну, да, давай, спасибо, А подарки, которые я получила, любая выбранная мной шляпка и замечательная шаль. Хорошо, наверное, я ее выбираю, раз мечтала столько времени. Дорогие друзья, до новой встречи!